Суицид – одна из самых острых проблем общества. Особенно часто этому подвержена молодежь. По статистике, в мире каждый год более 800 тысяч человек лишают себя самого ценного. К сожалению, наша страна не исключение. Казахстан вошел в число 10 государств, где показатели по суициду выше в разы. По словам экспертов, основной причиной суицида – это жизненные ценности и социальное положение в обществе. Подробнее расскажет моя коллега. Суицид – острая тема в обществе. Казахстан входит в число 10 государств, где показатели по суициду выше. К сожалению, среди них очень много молодежи. В Казахстане эта проблема приобретает жесткую форму. Событие, которое произошло в городе Алматы прошлого года, этому доказательство. Ученик Назарбаев интеллектуальной школы совершил суицид после беседы на тему надетой на школьном балу юбки. В Атырауской области тоже растет число суицидников. По официальной статистике, в прошлом году 270 человек пытались покончить жизнью, но, к сожалению, из них у половины оборвалась жизнь. В 2021 году в Атырауской области зарегистрировано 121 фактов суицида. Из них в нетрезвом состоянии 18, в жилом помещении 76, на улице 5, утонувших 4 и отравившихся 15 фактов и так далее. По статистике, мужчины в возрасте 35-44 и 45-54 лет и женщины 35-44 лет больше всех подвергаются к суициду. В прошлом году 149 человек пытались покончить с жизнью. В основном это происходит на мостах города Атырау. В прошлом году зарегистрировано 3 случая. В первом случае утонул подросток. Ему была оказана первая медицинская помощь. К сожалению, у него не было шансов выжить. А в остальных 2 случаях люди были спасены. Летом прошлого года гражданин 2007 года рождения прыгнул в воду. К счастью, я увидел в камере видеонаблюдение и обратился в департамент полиции. Полицейские также прыгнули в воду и спасли его. Кроме этого, женщина тоже прыгнула с моста, также была спасена сотрудниками полиции и ЧС. В то время была распространена информация о происшествии как о постановке, но это не так. Сначала сотрудники полиции увидели, что женщина хочет прыгнуть в воду. Полицейские хотели остановить ее, но она не послушалась и выпрыгнула с моста. Девушку вытащили из воды и оказали первую медицинскую помощь. Социологи и ученые бьют тревогу. По их словам, к суициду приводят жизненные ценности и социальное положение в обществе. Психолог Сейильбек Мырзабай глубоко исследует эту тему. Сфера науки, которая изучает эту проблему, является логотерапией. Его основателем является ученый Виктор Франкл. Франкл говорит, что вся проблема выходит из пустоты. Этот вирус вызывает заболевание. Человек, подвергшийся этому, может быть расположен к суициду. Психологические объяснения причин суицидального поведения достаточно разнообразны. Например, семейные проблемы, разводы, супружеские измены, повторные браки, алкоголизм одного или нескольких членов семьи, конфликты между супругами, враждебность между членами семьи, болезни, потери родственников. В исламской религии суицид запрещен. Перед Божьим законом все люди равны. В Коране написано «Не убивайте себя». Это очень тяжкий грех. В мечеть тоже приходят такие люди и просят оказать помощь. Мы стараемся им всесторонне объяснить и оказать психологическую помощь. Пусть яркие краски вашей жизни никогда не померкнут. При любых обстоятельствах и трудностях будьте терпеливы. Если у вас есть проблема, боритесь и будьте добры к ближнему. Эльмира Мухтабаева, Дамир Жарылхасын, Салтанат Мурат, Жарылгас Жалгасов, телеканал Атырау.